В шаге от трагедии в Брагино двое подростков отравились курительной смесью. В полусознательном состоянии около 10 вечера их обнаружили прохожие на улице Бабича. Люди вызвали скорую, молодых людей доставили в областную клиническую больницу, а сегодня утром уже отправили по домам. Подросткам по 13 лет, они учатся в одном классе. Родителям несовершеннолетних, видимо, предстоит серьезный разговор с представителями силовых структур. По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля Следственного управления СКР по Ярославской области проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.